Всем привет! Мы проходим мобильную Java игру Охаромеро. Постапокалипсис. Где-то на пустыре. Мутировавшие воины атакуют колонию выживших и похищают дочерей племени. Аха исследовала пустыню, когда услышала крики людей. С вершины близлежащего холма, она замечает вражеский отряд воинов. Бросившись вниз, чтобы помочь девушкам, Аха спотыкается и падает в яму. Застрявшая в пещере, она поднимает меч и клянется найти мутантов и спасти девушек. К счастью, я не получила никаких травм во время падения. Теперь я должна выйти из этой ловушки и найти девушек. Я взяла несколько трав. Это кажется проход, но его закрывает камень. Он довольно тяжел. Если бы у меня был рычаг. Я отломила нижний конец подпорки шахты. Получился деревянный рычаг. То, что нужно. Я использовала палку в качестве рычага и отодвинула камень. Травы восстановили мою силу.
Наконец я выбралась. Я вижу следы воинов на земле. Но куда они пошли, я должна их найти. Здесь висит длинный провод. Я попыталась оторвать кусок провода, но он слишком крепкий. Автокатастрофа. Здесь ничего интересного. Впереди разрушенный мост. Воины были здесь и разрушили его. Я должна найти другой путь в город. Всем спасибо за просмотр. Скоро будет продолжение. Подписывайтесь на канал.